Башкортостан вошел в тройку лидеров в стране по работе с экспортерами. Рейтинг составил российский экспортный центр, присудив республике 3-е место. Первые 2 строчки у Московской области и Алтайского края. Помимо Башкортостана в 10-ку лучших вошли еще 3 региона Приволжского федерального округа. Это Удмуртия, Самарская и Саратовская области. Соседний Татарстан только 21-й. Как отмечают специалисты, при содействии центров поддержки экспорта около 4000 малых и средних компаний в российских субъектах заключили экспортные контракты. При составлении рейтинга учитывались охват поддержки предприятий в регионах, количество новых экспортеров и объемы поставок за рубеж. Высокое место Башкортостана в рейтинге аналитики связывают с количеством субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих на экспорт. Всего их 114. Компании республики заключили более 170 экспортных контрактов. В прошлом году в регионе услугами центра воспользовались более 600 предприятий. Объем совокупной вывезенной за рубеж продукции превысил 3,5 миллиарда рублей.